Смотрите, какая сказка на улице. Такой снежочек, он так лег и так лежит на веточках. Представляете, вот сейчас в лесу. Представляете, в лесу, как сейчас красиво. Вы знаете, вот только вчера подумала, был прямо это, все у нас снегопад, каждый день снегопад. И я думаю, блин, ну почему нет такого, чтобы вот везде был снег на всех веточках. Что прям вот красота. Ну почему вот так у нас нет? Ну что ж такое? И смотрите, с утра просыпаюсь, а тут сказка. А тут красота какая. Вот сейчас вот надо ехать в лес. Ехать в лес, выезжать. Представляете, какая там красота, сказка. А еще бывает, как инеем, как будто бы с таким вот обволакивать все дерево. Еще так бывает. Тут просто там, кстати, вот. Вот там вот есть елочка. Вот она. Красивая очень. У нас сказка на улице. Ну, конечно, мне кажется, к обеду у нас в обед логопед придет. Это все слетит, наверное. А вот так, кстати, все на деревьях. На этих деревьях, видимо, ложится плохо. Нету там. Только вот на этом. Хорошо, что у нас это дерево перед носом. Прям красота. Все классно. Какой вертолет. Ага. Красиво. Вчера была лошадка, да, Дим? Гайка или лошадка? Из такого вот конструктора. 3D. Кстати, очень хороший такой. Довольно плотный, уже не первый раз играем. Жирафик маленький тут. Это из другой игрушки жирафик. Деталей много. И тоже из другой. А еще тут шуруповерт был. Вот его Дима уже делал. Так, смотрите, какая у меня сегодня вышла кофейная гуща в виде пиона. Наверное, у меня день будет сегодня очень ароматный, сладкий, веселый. Такой прям офигенный. Смотрите, как свечерело. Снега много. Вон там дорога хорошая. Вечер, я жду пиццу. Позвонила, сказали, через 40 минут будет готова. Ну, сейчас 20 минут пройдет. Я пойду туда, там ждать. Что-то я подмерзаю, прям холодно. Обходила, гуляла сегодня по магазину. Все магазины пообходила. Купила кучу шоколадок вам на обзор. Будем делать. Вот. Даже свой перекресток попала, любимый. Наконец-то. Полгода уже там, наверное, не была. Больше даже.